Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня пришли ко мне наушники из Китая. Называются они B19. Давайте мы их распакуем, посмотрим и оценим, как они работают. Итак, пришли они вот в такой упаковке. Упакованы в пакет для того, чтобы удешевить. Значит, покупал я их с кэшбэком. Цена данного девайса $19. Так, давайте посмотрим, что входит в комплектность. Так, вот такой вот, такая вот инструкция на английском языке и на китайском. Так, здесь у нас два кабеля, один подключение через кабель к компьютеру или к планшету или к телефону, второй мини-USB, микро-USB зарядная. Так, вот, и сами наушники. Так, ну давайте их посмотрим поближе. Так, ну, выполнены они из пластмассы. На вид смотрится симпатично. Так, здесь у нас LCD-дисплей. Кнопочка включения. Кнопочка переключения функций. Переключение треков и громкости. Итак, давайте мы их включим и посмотрим, как они работают. Так, включаем. Так, при включении идет звуковое оповещение о том, что включен Bluetooth. Так, что у нас дальше? Вот идет поиск Bluetooth. Сейчас мы тоже подключим к телефону, посмотрим, как он быстро его находит. Итак, попробуем сейчас вставить флешку. Флеш-память. Ага, вот прозвучал сигнал. Ага, видим, что здесь... Так, что... Видно, что установлена карта памяти. Так, при нажатии и удержании на клавишу минус и плюс идет регулирование громкости. Так, ну насчет звучания сейчас тоже проверим и скажу я, как они у нас звучат. Ладно, пока мы выключаем их, убираем флешку. Будем подключать к самому смартфону и проверять, как они работают. Ну и так, пробуем, как смартфон находит данные наушники по Bluetooth. Включаем наушники. Звуковое оповещение о том, что включен Bluetooth. Так, ищем его на смартфоне. Так, Bluetooth. Так, видим, сейчас найдем резкость. Видим надпись B19. Идет сопряжение. Так, прозвучал звуковой сигнал, что наушники подключены. Но опять же, звук идет по-английски. Итак, давайте проверим что-нибудь наподобие. Включим какую-нибудь музыку. Так. Что-нибудь. Ну, звук
слышно, да, что звук вроде бы как громкий. По качеству еще пока не проверяли, но сейчас проверим и качество. Так, ну срабатывает быстро. Ну, как видите. Так, ладно, теперь попробуем не по Bluetooth сопряжению, а попробуем подключить кабель, как оно будет у нас работать или нет. Итак, берем кабель, входящий в комплект, подключаем к смартфону и подключаем к самим наушникам. Слышно, что прозвучал звуковой сигнал, что подключен AUX. Значит, уже дальше музыка идет вся теперь через кабель. Ну, все работает. Так, давайте теперь попробуем подключить. То есть подключаем сейчас опять же через Bluetooth. Вот, прозвучал звуковой сигнал. Все, подключена по Bluetooth система. Проверяем. Ну, слышно, громко работает все. Так, теперь попробуем позвонить на данный телефон и будем послушаем, работает ли связь и кнопка сброса. Так, делаем вызов на телефон. Алло. Ну, слышно, да? Так, ну это работает. Так, попробуем звук теперь самих. Раз, два. Да, все, звук идет на другой телефон, значит, полностью передача идет как микрофона, так и самих наушников. Итак, попробуем теперь сделать сброс. Все работает. Значит, функции вроде бы как мы практически все проверили. Ну и так, давайте проверим еще. Функция есть такая в них, как радио, FM. Значит, чтобы ее включить, нужно нажать на вот эту вот клавишу и удержать ее. Вот, прозвучал звуковой сигнал, что включено радио. Кнопка переключения канала. Громкость. Так, а как? Автопоиск. Так, ну, в принципе, на этом и все. Так, ну, напомню, покупал я данные наушники за $19. Использовал кэшбэк. Ссылка на данные наушники будет под видео в описании. Да, еще хотелось бы отметить именно по качеству материала. Значит, ну, выполнены наушники, именно вот эта вот мягкая вся часть, выполнена из заменителя кожи. Значит, ну, на вид, конечно, симпатично смотрится вообще. Есть тут функция регулировки. Так, что хотелось бы сказать по качеству. Значит, если оценивать качество баса, низкие, высокие, ну, если брать в общем, значит, оценка где-то будет 7-8 баллов из 10. Ну, не идеал, это не какие-нибудь фирменные за $300-500, ну, если их сопоставлять с дорогими наушниками, ну, можно им поставить семерочку смело. Значит, есть и бас, есть и средний, но вот бы немножко чуть-чуть бы высоких больше. Вот, ну, есть высокие, все, ну, вот как чего-то не хватает.
Ну, что еще хочется по ним сказать? Ну, свою цену они вполне оправдывают. Итак, еще одна функция, которая для удобства сделана, это именно слаживание наушников. Сейчас покажу. Так, вот так вот можно сложить. Чуть-чуть выдвигается. Вот. И наушники слаживаются. Вот, влазят в руку. Ну, такая вот еще удобная функция есть. Так что можете смело заказывать. Ссылка на проверенного продавца будет в описании под видео. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.